Боевое развертывание – последний этап всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту имени Кишкурно. Для многих команд он стал решающим. Некоторых неверное действие или случайность привели к значительной потере времени, что сказалось на результате. Спортсмены из Москвы, напротив, благодаря слаженной работе и правильному настрою, стали лучшими в этом состязании и смогли подняться на третье место в общекомандном зачете. Боевое – это вообще очень непредсказуемый вид. Все его побаиваются, потому что можно вылететь и на верхней позиции, можно и скатиться и в самый низ. И главное тут зацепиться за 12 команд, которые дальше пройдут на следующий этап – зимний чемпионат России. Главный трофей – Кубок победителей – достался специальному управлению номер 6 из города Лесного. По общему времени команда обошла своих коллег из Межгорья на 14 секунд. По словам спортсменов, последнее состязание прошло не так гладко, но высокие результаты по предыдущим этапам помогли занять лидирующую позицию. Ребята быстро пробежали личные виды, выиграли эстафету. Это все помогло и дало нам запас на последний день, чтобы более спокойно подойти и уже выполнить свою задачу, занять первое место. На торжественной церемонии закрытия соревнований первые лица города поблагодарили спортсменов за службу и визит. Поздравить победителей приехал первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-майор внутренней службы Олег Гребенюк. Спасибо за то отношение, которое вы демонстрируете в своей профессии в виде участия в спортивных мероприятиях. Безусловно, победители на любых соревнованиях занимают первое, второе, третье места. Ну, для того они соревнования, чтобы были те, кому есть к чему стремиться. И вам всем желаю занять все-таки места на том пьедестале. Победители-призеры получили кубки, медали и почетные грамоты. Событие сплотило команды. Пожарные в очередной раз смогли проверить свои силы и обменяться опытом для дальнейшей службы. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.